трех селах на севере страны произошел массовый падеж домашней птицы. В подворьях Сухарабовки, Чернобаевки и Тимирязева погибло порядка 700 кур. Районы, в которых расположены эти населенные пункты, не граничат с Россией, но клинические признаки не исключают, что поголовье было заражено птичьим гриппом, говорят в управлении ветеринарии. Напомним, что из-за распространения этой инфекционной вирусной болезни приграничные с Казахстаном районы Российской Федерации закрыты на карантин. Оснований для изолирования трех деревень Северного Казахстана нет. Введут ли ограничения в селах, будет зависеть от результатов лабораторных анализов, которые еще не готовы. Сегодня, значит, приезжают нам специалисты Национального референтного центра в сфере ветеринарии для отбора проб и исследования у себя в лаборатории в городе Нур-Султан. Значит, мы провели уничтожение павшей птицы, дезинфекцию подворий, проводится мониторинг, значит, на выявление новых фактов падежа.